Если ты хочешь осуществить внедрение, нужно воображение. Приветствую вас на канале Watch Gods. Думаю, всех смотревших начало или внедрение никогда не покидало некое чувство непонятности и недосказанности. Это связано в том числе со сценой волчка в конце фильма. Зритель задается вопросом, финальный кадр – реальность или сон? И знаете, я думаю, что в этом эпизоде важен не столько сам финал движения волчка, сколько то, что режиссер этим кадром как бы подталкивает зрителя к более тщательному изучению фильма. Именно неоднозначный финал картины внедряет нам мысль о том, что сюжет, показанный на экране, вовсе не так прост, как кажется. И, возможно, та линия, которую видел зритель, следя за жестами режиссера, подобно движениям фокусника, является лишь трюком, отвлекающим маневром от подлинного секрета данной картины. А сцена лишь хочет, чтобы зритель в итоге увидел не одну грань сюжета. Как вы, возможно, знаете, недавно Майкл Кейн, сыгравший отца Коба, сказал о том, что Нолан говорил ему, что все сцены с ним происходили в реальности. Но, честно говоря, легче как-то не стало. Как обычно, в духе режиссера, никакой конкретики. Я, знаете, совсем не удивлюсь, если как-нибудь он выкинет фразу наподобие слов старика. Сон превратился для них в реальность. Кто вы, чтобы утверждать, что это не так? Ну или скажем... Что есть реальность? И как определить ее? Кстати, существует теория, что начало – это приквел в фильме «Матрица». Ведь, по сути, даже Нолан не может ответить на этот вопрос, говоря про нашу с вами реальность. Это разговор в большей степени не реальности как таковой, а о первичности одной реальности над другой. Представьте, что для вас есть две реальности, две локации, где происходят события, но в одной из них вы проводите 40 часов, а в другой – 20. Какая из них в итоге будет более реальна? Очевидно, та, которая длиннее, и особенно, если она более приятна. 5 минут? Но мы ведь разговариваем уже не меньше часа. Когда мы спим, сны нам кажутся реальностью. Только проснувшись, мы понимаем, что что-то было не совсем обычно. И если здесь мы заменим наречие «обычно» на более верное описание этого ощущения, а именно на слово «привычно», то мы со 100% вероятностью сможем наблюдать факт того, что привычно для человека именно то место, где он проводит больше времени. И раз можно внедрить идею о нереальности, то чем идея веры в реальность нереальности хуже? Как определить начало? Ведь по сути, начало – это не более чем точка отчета памяти. Поэтому чисто технически такого понятия, как реальность и нереальность, не существует в том виде, что мы себе представляем. Нереальность – это место, где ничего нет, где нет никаких действий и событий. Слово «реальность» происходит от латинского «realis» – действительный или относящийся к вещам. Иными словами, мы просто отличаем одну реальность от другой по каким-либо ее свойствам или особенностям, а более высокую мы отличаем от более низкой по, так сказать, плотности, детальности своих ощущений. Когда стекла летят в лицо, боль адская, как в реальности. Перед разбором я решил снова очень внимательно посмотреть фильм, но не так, как ведет сюжет, а так, как вижу его я, и что более важно, почувствовать, что я ощущаю от просмотра. Ведь то, как складывается сюжет картины, действительно очень похож на действия фокусника. Помните еще одно творение Нолана «Престиж»? Ты так внимательно стараешься следить за действиями иллюзиониста, пытаешься разглядеть каждую деталь, но в итоге все равно остаешься обманутым, потому что смотришь не туда и замечаешь не то. И первое, общее, так сказать, действие, которое характеризует эту картину, звучит, на мой взгляд, следующим образом. Я вам говорю, не думайте о слонах. О чем вы думаете? О слонах. Так, возможно, и действует фильм. Он заставляет думать о так называемом слоне, ведь если разобраться, то на протяжении всего времени зрители заставляют поверить в то, что сюжет реален. Реально события, персонажи, их поведение и так далее. Зритель погружается в этот процесс как в лабиринт, следуя за действиями фокусника, то есть в данном случае режиссера. Мы спускаемся все глубже и глубже в закоулки сюжета, в какой-то момент теряя возможность выбраться из них, совершенно запутываясь. Мы видим одно, а внедряют нам, возможно, совсем иное. Вспомните, название картины – Inception. Это действительно в некотором роде игра слов, которая на русский язык может переводиться и как начало, и как внедрение. Какие существуют главные вопросы относительно реальности? Кто я? Где я? Как оказался здесь?
и кто меня окружает. Коп знает, кто он, не уверен где, до конца непонятно, как он оказался в этом неясном где, и что не менее важно, при более тщательном анализе сомнения вызывают окружающие его люди. Помните одну из основных особенностей снов. При более тщательном изучении деталей, наполняющих сон, становится очевидно, что это иллюзия. Странная погодка, не так ли? Давайте же разберем и проанализируем, что из себя представляют действующие лица в фильме. Потому что, судя по всему, коп просто спит. И не просто спит, а спит намеренно, чтобы решить свою проблему с той идеей, которая заразила его мол, которую он, в свою очередь, заложил в нее. И теперь эта болезнь подталкивает его к самоубийству. А если он сам не сможет вылечить себя, то просто покончит с собой. Так в данном случае действует его идея, так развивается паразит, который завладел его мозгом, и, видимо, именно поэтому он решился на внедрение, но в этот раз объектом внедрения должен стать он сам, и главным действующим лицом тоже должен стать он сам, ведь коп – это самый лучший извлекатель, человек, который лучше всех разбирается во снах, воровстве идей, концепциях, нюансов и прочих тонкостей. И кто, как не он сам, в таком случае смог бы заставить себя придумать такую концепцию сна, чтобы поверить в реальность происходящего сюжета, чтобы обмануть себя самого? Если хочешь осуществить внедрение, нужно воображение. И в его случае очень хорошее воображение и очень хороший сюжет. Смотрите, мол, говорит ему, ты убеждаешь себя, что знаешь все. Но во что ты веришь? Вот она, одна из основных дилемм фильма – вера. Если вера в реальность пошатнулась, знания пошатываются вместе с ней. Если это мой сон, почему я не могу управлять? Потому что ты не знаешь, что спишь! И коп не нашелся, что ей ответить. Итак, если ты не знаешь, что спишь, ты не управляешь сном, следовательно, если ты не управляешь, от волчка толку никакого. Волчок – это больше тотем веры, как в финале. Можешь верить, что коп проснулся, а можешь, что он спит. Кстати, персонажа зовут Доминик Коп не случайно. Именно так представлялся профессиональный вор в дебютной картине Нолана «Преследование». Интересно, что в фильме «Начало» он должен вроде как не украсть из сейфа, а положить туда, положить идею в голову Фишера. Но с другой стороны, положить он туда должен не реальность, которая заменит реальность, то есть в некотором роде он эту реальность и должен украсть. Итак, участники событий, ответьте на один вопрос. На протяжении фильма, кроме Коба, хоть одно действующее лицо вообще раскрылось? Ни единого персонажа, ни одной внятной истории. Просто ноль. Ничего не напоминает? Когда ты видишь сон, присутствующие в нем идут как бы шлейфом, как дополнение к автору сна, к тому, что важно в этом сне для подсознания. Артур в самолете говорит, что внедрение невозможно, истинное вдохновение невозможно подделать. Артур что, не знает историю Коба? Серьезно? Знает про мол? Какой она была в жизни? Очень милой. Что у Коба психические проблемы на этой почве и ее проекция является в его сны. Что она тут делает? Но не знает причины этого. Они ведь не картошкой торгуют на рынке, и как он не знает истории, почему она сиганула с карниза, а Коба стала так изрядно глючить на этой почве? Артур, заметьте, не особо возражает, по сути, он и Сайта как бы подталкивают Коба к этому делу, но аккуратно, как хороший фокусник или как плохой и добрый полицейский. Вспомните диалог с Имсом в Мамбасе. Имс знает Коба, знает Артура, они уже были в деле, видимо, не раз, а значит, они знакомы давно. Артур, ты еще работаешь с этой дубиной. И значит, что Артур по всей логике повествования должен быть в курсе того, что случилось с Кобом и его женой. Персонажи Ди Каприо как бы изначально уговаривают на этот шаг. Диалог Сайта в вертолете – это заманчивое и обдуманное предложение с одной стороны. И напротив, Артур, не приводящий никаких аргументов, кроме как «Коб, лучше в это не влезай!» «Не влезай куда и во что?» Ребят, вы ведь этим занимаетесь, тут в принципе нет чего-то такого невероятного. И пока ты не сказал, что это невозможно, я объясню... Очень даже возможно, только чертовски трудно. Имс, кстати, вообще этому не удивился, так в чем проблема-то? Я знаю, как ты хочешь домой, но это невозможно. Блин, почему? Ну вот я вообще не вижу внятных причин для такой резкой позиции. Заметьте,
никто не называет ни одну весомую, действительно весомую причину, почему коп не может вернуться. Первая якобы причина – это смерть Мол. О ее абсурдности относительно реальности мы еще поговорим. И вторая вероятная причина – это проблемы с Cobble Engineering. И тут вообще нет почти никакой информации. И об этом мы тоже поговорим. Извиняюсь за плохое качество звука. Это такая небольшая вставочка. В связи с тем, что предыдущий ролик был забанен за авторские права, пришлось его перезалить, и заодно я решил сделать небольшое дополнение, но очень важное, относительно Cobble Engineering и сайта. Смотрите, какой получается парадокс. Cobble Engineering охотится на сайта, на Коба, потому что он не принес то, что вытащил из сайта. До этого вроде как разногласий с ними у них не было. Но по сути, у сайта-то вытаскивать было нечего, так как он сам являлся нанимателем Коба, по сути, через Cobble Engineering. Понимаете, в чем дело? Cobble Engineering ведь не тырит секреты у всех подряд, а, как полагается, делает это по чьей-то заявке, которая, собственно говоря, проплачивает, и вот эту же заявку и синициировал сайта. Поэтому чисто технически у Коба и Cobble Engineering не могут быть никаких разногласий, потому что сайта здесь являлся как целью, так и заказчиком. И вот еще что самое интересное, Коб отзывается об Engineering как об очень крупной, влиятельной компании. Но вот есть один небольшой вопрос, почему же он не смог обратиться к ним, чтобы они решили его проблемы, в то время как сайта сделал все это всего лишь одним звонком. Странно, не находите? По Cobble Engineering еще будет объяснение через буквально пару минут. Что ж, продолжим. Сайта, какой невероятно догадливый персонаж, решил положить идею вовнутрь человека, и он настолько уверен, что это возможно, как будто знает это заранее. Он вообще не сомневается в этом, или может быть просто играют нужную роль, как бы ненавязчиво уверяя и подбадривая в этом Коба, придавая ему уверенности, как и Имс. Откуда мне знать, что вы не врете? Ниоткуда. Но я не вру. Как мы знаем из фильма, подсознание работает на эмоциях, верно? Это сайта и делает. И его фраза, которую он повторяет трижды на протяжении фильма: «Хочешь стать стариком, исполненным сожалений, чтобы умереть в одиночестве?» С каждым высказыванием эмоциональный аспект усиливается, и воздействие на Коба становится гораздо более выраженным, все более внушая ему то, что он должен сделать все, чтобы этого с ним не случилось. Теперь по поводу Мол. Женщина покончила с собой, но Коб ведь не устраивал массовый расстрел или иное из ряда вон выходящее действие. Да и скорее всего при наличии более-менее нормальной проверки выяснилось бы, что все это липа и было подстроено, мол, намеренно. Тем более, учитывая то, чем они занимались, учитывая то, что Коб мог рассказать об их исследованиях. И уж эта невозможность вернуться в Америку к детям, вроде как сугубо политическое дело, причем не особо-то глобальное, которое вполне можно было решить, не прибегая к каким-то невероятным покровителям. Ее вменяемость подтвердили 3 психиатра, как говорит Коб. Поэтому Коб не смог доказать, что она сошла с ума. Странно звучит, как так? Что это за психиатры-недоучки? Они ведь занимались такими неординарными для психики вещами. Более того, пробыли 50 лет во сне. После чего она начала сходить с ума и стала одержима идеей самоубийства. Это отчетливо прослеживается в ее истериках, хватаниях за ножи и, думаю, не только в этом. Очевидно, что болезнь развивалась. Это уже, согласитесь, очень весомые аргументы для следствия, и даже психиатрам быть не надо, чтобы понять, что человек психически нездоров. И как же отец Коба? Неужели он не наблюдал всего этого? Я их мать! Успокойся! Думаешь, я не вижу разницы? Неужели он не видел и не смог бы засвидетельствовать изменения в поведении своей снохи? Сказать про их эксперименты, сказать, что человек запутался и так далее. Наверняка он видел подобные проявления ее болезни на каком-нибудь совместном ужине или другой встрече. А как вам вот эта фраза? Возвращайся к реальности. Прошу тебя. По сути, Коб что, хочет чего-то невероятного? Нет. Он убил кого-то? Нет. Он просит от старика чего-то аморального? Нет. Если рассматривать это как реальность, задайте себе вопрос. В чем вообще проблема? Отец ведь вроде как верит ему, так что же его смущает и что не устраивает?
Он хочет, чтобы дети росли без отца, который по сути не виновен? Вроде нет. Нет видимых причин для того, чтобы его отговаривать. Вот еще интересная штука. Я знаю этот мост. Это ведь реальное место, да? Создавать нужно всегда новые места, чтобы не потерять грань реальности и нереальности. А в итоге коп встретился с детьми при каких условиях? Ну серьезно. Старое место, все без изменений, и дети примерно такие же, играют там же, почти та же одежда, но это уж слишком. И больше похоже именно на дополнение воспоминаний. Почему, если бы было желание убрать неоднозначность, нельзя было создать в кадре совершенно новую локацию? Ну там встреча в аэропорту или еще где угодно, с другой одеждой и с другим вообще всем. Но ведь коп по факту просто увидел то, что хотел увидеть. И еще одна неувязка, которая мне кажется вполне уместной. В чем проблема привести детей к Кобу? Ведь вероятно, если ему нельзя видеться с детьми на территории штатов, почему не встретиться в другой локации? Теперь про проблемы с Кобл Инжиниринг. Ну и самое первое, на что стоит обратить внимание, это название компании. Ну, очень похоже на имя главного героя, как две капли воды. Или это такой нехилый намек на то, что это Кобл Инжиниринг, это всего лишь его воображение? И сомнения тебя не терзают? Нет никакого чувства преследования, гоняющего тебя по всему миру от анонимных корпораций и полицейских, как от проекции, которые охотятся на участников сна? И что это вообще за вопрос в Мамбасе? Каждый встречный поперечный знает про сны? Обычный ручной пес, который должен поймать человека в теме, да? Это же вроде как не пироженка в магазине. Локация, где встретили Имса. Ну, слишком похоже на сон. Слишком. Встретились они в кафе. Стандартное место для сна, как говорил коп. Это стандартный макет. Книжный магазин, кафе, здесь же и все остальное. Откуда взялись фишки? Мистификация. Вроде как по сюжету этот момент объясняется именно так. Но знаете, где происходит мистификация? Во сне. По-моему, лучшее место для всяких там мистификаций, разве нет? Взявшийся непонятно откуда агент Кобл в кафе, потом с сайта, съемки сверху, прямо-таки безумно похожие на лабиринт, и агрессия владельца забегаловки. И откуда сайта появился вообще в этом Мамбасе в самый что ни на есть нужный, не то что даже момент, а мгновение? Как-то уж слишком фантастически. И знаете, что интересно? Маленькая и, возможно, не имеющая отношения к делу деталь, но в этом фильме действительно стоит обратить на любую мелочь, попавшуюся на глаза. Модель Мерседеса, в которой сайта подхватил Коба. S320. Число, которое постоянно преследует Коба, особенно на транспортных средствах. И что это за охреневшая такая Кобл Инжиниринг, которая вообще забила на все законы и начала палить прямо в общественном месте, битком набитым людьми, причем совершенно не переживая за смерть кого-либо из них. И заметьте, коп все же сомневается в нереальности своих проекций. Нет, она не настоящая. Откуда ты знаешь? Она всего лишь проекция. А раз он сомневается в нереальности одной проекции, может сомневаться на подсознании и в нереальности других. Получается, что по сути отличить проекцию от реального человека практически невозможно. Вспомните, Мол говорит про несуществующие компании и полицейских, которые охотятся за ним. Но ведь это не Мол, а ее проекция. Это его подсознание говорит ему об этом, то есть он сам в глубине души догадывается или сомневается в их происхождении. Либо, если этот разговор часть воспоминания, который уже имел место быть, значит, Мол наблюдал его возможную паранойю, так сказать, развивающуюся болезнь. Иными словами, все это более похоже на очередной фон, эмоцию, которая подстегивает Коба. И вообще, что за проблемы у Коба с Кобл? Даже звучит как-то комично, о которых он сам толком не помнит. Чем он так ей насолил? Неужто в 2,5-часовом фильме нельзя было хотя бы одну минуту уделить тому, чтобы описать их разногласия и указать причину того, почему его хотят убить? Но режиссер почему-то этого не сделал. Коб говорит, что Кобл не потерпит провала. Возможно, это отсылка на него, так как он не может позволить себе проиграть, ведь... В ином случае он не исцелится и в итоге просто прострелит сам себе голову. Так вот, относительно провала. Коп ведь не дворник какой-то,
которого можно заменить в случае неудачи, и потом любая профессия так или иначе подразумевает возможность невыполнения поставленной задачи. И все же, насколько остальные персонажи, в отличие от Коба, идеальны? Все на своих местах, и только Коб мешает всему делу проекции Молл и детьми. Он взвинчен, вечно носится со своими воспоминаниями и волчком, но что до остальных, идеальные персонажи. И единственный, кто выглядит более живым, так сказать, на фоне остальных, это Ариадна. Но вот что касается ее профессиональной деятельности... Мне нужен архитектор такой же классный, каким был я. У меня есть даже лучше. В общем, есть к ней вопросы. Вы видели вообще, какие лабиринты она начертила? Серьезно? Это по словам отца Коба кто? Гениальный архитектор такие лабиринты делает? Или она просто стебется? А потом она чертит лабиринт, из которого вообще выйти невозможно. Но он безумно похож на концепцию сна, которую спустя минуту нарисует ей Коб, понимаете? Замкнутый лабиринт, из которого нет выхода. Или режиссер настолько слепой, что это можно списать на очередной недочет фильма? А если это такой режиссерский огрех, в чем я лично очень сомневаюсь, то тогда на подобные кадры можно ведь списать, ну, практически все. Я же думаю, что это вполне осмысленный кадр и был показан крупным планом зрителю неспроста. Первое, что сделала Ариадна во сне, наложила здание на здание. То же, что рисовал ей Коб. Две стрелочки, одна сверху, другая снизу. Второй объект, что она создала, это мост. Коб рисовал полосу между ними, когда объяснял ей, как действует сон. И далее Коб, стоящий между зеркалами. Место в этом чертеже сна между одним и другим. Начало, точка отсчета. Кстати, а вот еще интересный баг, который можно списать на огрех, соглашусь. Ну а может уж слишком тонкий намек. Отчетливо видно, что смотрят они не на Ариадну. Знаете почему? Посмотрите на их рост и рост Ариадны. Они явно смотрят не вниз, а прямо в глаза Кобу. Силы болезни дают чувство вины, но ты не в ответе за ту идею, что уничтожила ее. И если сейчас ты добьешься успеха, тебе придется простить себя. Она что, еще и психолог добавок? Ну серьезно, это же студентка, сколько ей? Чуть более 20 лет? Далее в сцене зимних событий. Нет, есть еще один выход. Мы можем пойти туда, за Фишером. Нет времени. Но там времени будет достаточно, и мы найдем его. А как только заиграет музыка Артура, используй дефибриллятор, чтобы его оживить. Мы сделаем ему отдельный выброс, там, внизу. Отнеси его туда. Когда музыка закончится, ты взорвешь больницу, и нас всех выбросит наверх сквозь уровни. Но откуда она настолько осведомлена? Быстро схватывает? Ощущение такое, будто Ариадна — это сам Коб. Как будто это его проекция или часть его подсознания, или хорошо осведомленный человек, внедренный именно для того, чтобы привести Коба к излечению, так скажем. Но это никак не может быть просто случайный прохожий из института, который только пару дней назад ознакомился с концепцией снов. В ином случае я даже не знаю, откуда она знает это все. Знает, как излечиться, знает, как проектировать, знает про уровни сна и так далее. Вы, вероятно, в курсе, что Ариадна в мифе о Минотавре – это девушка, которая подарила нить Тесею, чтобы он смог найти выход из лабиринта. Даже Коб говорит. Никогда не видел, чтобы все схватывали так быстро. И почему она вообще так прилипает к Кобу? А ведь Ариадна изначально даже не должна была заниматься ничем, кроме постройки уровней, но в итоге дошла с ним практически до конца. Почему ее преподаватель вообще так легко знакомит ее с персонажем Ди Каприо, толкая свою ученицу на не очень законные дела? Коб вообще-то в розыске, то есть это нормально вот так знакомить для работы, на какого-то чуть ли не террориста, которого могут экстрадировать в любую минуту, которого хочет убить сверхвлиятельная компания и который работает по сути вором. Знаете, как по мне, эти пазлы вполне складываются именно в таком ракурсе, чтобы удовлетворить подсознание Коба в веру происходящего. Следующий ключевой персонаж, заслуживающий отдельного внимания, Роберт Фишер. Частному самолету Фишера вдруг потребовался внезапный ремонт, и, конечно, он летит обычным самолетом бизнес-класса, естественно, принадлежащий Сайта. То есть вы хотите сказать, что у крупнейшей энергетической корпорации мира, который буквально в двух шагах от прямо-таки монополии на рынке, заметьте, не монополии жвачек или зубных нитей, а энергетической монополии, можно вот так запросто
самому главному лицу, ее наследнику, заменить воздушный транспорт перед самым полетом? Взять и что, договориться с пилотом частного самолета? И у Фишера он, конечно, один, запасных нет. Если мне не изменяет память, у Пабло Эскобара их было вроде около 30, если я не ошибаюсь, а может быть больше. А служба безопасности, она вообще не работает. Вот так взять и все, летит один, непонятно с кем. Точнее, кстати, вполне понятно с кем, и причем даже без суперсложных штучек. Мы ведь с вами примерно понимаем, каких масштабов должна быть топовая энергокомпания в мире. Вы вот просто примерьте все это на нашу реальность, в которой якобы происходят события, и посмотрите на эту ситуацию со стороны. Да там каждый шаг такого человека будет отслеживаться и планироваться огромным, огромным количеством людей. И не каких-то там идиотов, а высокооплачиваемых профессионалов. Очень высокооплачиваемых и очень квалифицированных, с которым такие дешевые штучки просто не прокатят. Он летит на самолете компании, принадлежащей его главному конкуренту, владельцем которой он стал буквально на днях. Кстати, сделки по покупке авиакомпании на раз-два тоже ведь не проводятся, и о таких вещах однозначно становится известно в определенных кругах. И вдобавок ко всему, в этом же самолете летит лучший извлекатель секретов из подсознания со своей шайкой. И все это после того, как самолет Фишера вдруг поломался. Ну, сопоставьте, это совершенно неприемлемо в нашей реальности, от слова абсолютно. Но для того, чтобы удовлетворить подсознание во сне, этого вполне хватит. Просто сюжет, хорошо продуманный, точнее не так, достаточно продуманный для того, чтобы подсознание поверило в это. Но вас ведь при первом просмотре это не смутило? Вспоминайте сны. Ведь в них инфополе, так сказать, работает примерно таким же образом относительно тех, кто этот сон населяет. Далее по поводу Фишера и сайта еще одна вещь, которая меня смутила. Фишер что, не знает главного конкурента компании? Странно. Как будущая глава, он однозначно должен быть лично с ним знаком. Ну, типа вечеринок, совместных встреч, благотворительных вечеров и вроде того. А если нет, то как минимум точно хорошо должен знать его лицо. И вообще, Фишер какой-то весь незащищенный, вам не кажется? Действительно, как рыба. Ни охраны, ничего. Слишком просто. Просто для реальности, но вполне себе подходит для сна, когда всякие тонкости и мелкие детали общего сюжета не особо-то и нужны. Главное – это ощущение от реальности происходящего. Подсознание стимулируется эмоциями, так? Не разумом. Нужно найти способ превратить это в эмоциональную концепцию. И вообще, знаете, странная штука внедрения. Да, идею внедрить можно, но где гарантии того, что когда ты проснешься, ты не будешь, например, помнить лиц персонажей, которые там были, а? А если Фишер потом вспомнит? Ничего себе поворот, а то, что он может от такого, мягко говоря, охренеть. И вопросы о развале компании, всяких сейфов и так далее станут под очень большое сомнение. У Фишера, кстати, подсознание вооруженное до зубов, в отличие от его реальной жизни. Коб говорит: мы все жаждем катарсиса. Катарсис – это примирение или очищение. И он хочет примириться, прежде всего, с самим собой. Заметьте интересную особенность. По сути, то, что делает Коб с Фишером, это очень двоякая и тонкая ситуация. С одной стороны, нам показывают, что он работает на конкурента, желая развалить компанию и, так сказать, закладывает ложь Фишера. Но в итоге Коб делает его счастливее, понимаете? Ложь во спасение. Мой отец хотел, чтобы я сам принимал решение, а не следовал по его стопам. Можно истрактовать это несколько иначе, переводя на Коба: я бы не хотел привязываться к прошлому, а идти дальше, не неся на себе груз из воспоминаний. И, вероятно, единственная возможность для реального Коба избавиться от чувства нереальности, от навязчивой идеи покончить с собой так же, как и мол, была идея внедрить в себя идею того, что все реально. И, возможно, именно по этой причине, когда его дети посмотрели на него, ему уже стало неинтересно, крутится волчок или нет. Вспомните фразу из начала ролика: если хочешь осуществить внедрение, нужно воображение. Возможно, весь фильм – это лишь очень хороший сценарий для Коба, для того, чтобы он поверил в него и осуществил это внедрение в самого себя. Почему нет? Ведь первый раз, смотря этот фильм, все мы поверили в это, верно? Что ж, вот такой длительный получился разбор на фильм «Начало».
Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал Watch Gods. До новых встреч. Всем удачи.